nothing's changed. I just ran away from the truth. One of us makes a mistake. We work our way through the heartache. That's what we do. Утверждать и подписывать. Да что это мы все о делах?
Ладно, будь по-твоему. Развлечений, пожалуйста. А мне нужно, чтобы он выучил времена Брэзер. Ну, зайдите на следующей неделе. Он не в настроении. Ему нужно знать нормативы ГТО. Ну, пожалуйста! Ну, не могу я вам ничем помочь. У самого сердца кровью обливается. Не желает он вас видеть. Эй, кто там? Опять от учителей прохода нет. Я же сказал, не пускать. Так, секретарь, пиши новый указ. Отправить всех учителей на задворки. Будет сделано. Пусть столько попадутся мне на глаза, сразу же родителями отправлю. Будет сделано. Где мой трон? Караул! Что там случилось? Неужто звездочет утонул? Беда, батюшка, беда! Чудище объявилось! Страсть, жуть! Ну и что делать? А я-то что сразу? Звездочет за что зарплату получает? Звездочета ко мне! Звездочета к царю! Безобразие происходит. Говори, что делать надо. Я у звезд прошу ответ. О! Нужно держать ухо востро. Утешил. Ну, работнички, всех уволю. Плаху и палача! Я люблю свою работу! Я приду сюда! Субботу! Всегда украсен взор! Сверкает мой собор! И вроде глаза мои сверкают! Готов идти на спор, когда беру собор! Но жертвы меня просто обожают! Палач! Отруби им пол зарплаты! Только не это! Я все скажу! Ваньку надо звать! Ваньку? Ваня! Обещали развлечений, а сами... Ега вон яблочко по блюдечку катает, а сама норовит мне географию удолбить. Не успел во двор выйти, так там учитель физики. Не гневайся, Ванюшка, будут тебе развлечения. Чудище страшное объявилось, бегает вокруг царства, народ пугает, безобразничает. Так это вы хотите, чтобы я его замочил? Ха, ничего себе, качка нашли. Министр, что скажешь? Заинтересовать надо, пообещать стипендию, как в МГУ, или ценный подарок в виде книги. Мелковато как-то, не по-царски. Пол, царство и царевну. Ну, царевну мне и даром не надо. И вообще, почему я? Обижаешь, Ваня. Валерьянки, плаху и палача. Валерьянку мне, остальное ему. Да, не договаривались. Конечно, можно попробовать. Ну, где тут ваше чудище? Я предсказываю победу над чудищем. Ясное дело, ему не победить. По нашим данным,
чудище 12 учеников слопало. Причем все отличники. А наш Ванечка 13-м будет. Ну вперед, герои. Ничего себе придумали. Вы бы мне хотя бы эту дали. Кого? Ну, Сивку-Бурку. Сивку-Бурку ему? А кто сказал на уроке, что лошади мышей едят? Вот он и сбежал. Думает, что его мышами кормить будут. Ну, а этот меч-плоденец? Какой вам меч? У вас двойка по труду. Вы даже ножницами пользоваться не умеете. Ну, а хоть шапка-невидимка-то у вас есть? Конечно, есть. Вот она на шесту висит. А это же... Это как я ее достану? Туда ведь лезть надо. Так вы же сами сказали, прогнать учителя физкультуры. Вот мы подумали, что вы развиты физически, все можете и умеете. Ладно, обойдусь без вашей шапки, сейчас тепло. Где тут ваше чудище-то? Искать-то его как? У нас указатели везде поставлены. Так они же у вас на иностранном языке написаны? Точно так, чтобы чудище не догадалось. Чудище не догадалось, а я как догадаюсь? Так вы же сами нам сказали, прогнать учителя иностранного языка. Вот мы подумали, что вы и так все языки знаете. Вот я и приказал все указатели на иностранном языке написать. В общем, вперед, герой, и не вздумай со мной спорить, а то быстро по лапу и палача. Вот попал, так попал. Ваня, мы с тобой! Больше, больше гламура и макияжа, и маникюра. Больше, больше гламура. Лицо, сумки и суперфигура. Ой, чудище! Да какое страшное жуть! Так оскорблять бедную женщину. Я вообще-то, можно сказать, целый день сегодня прихорашивалась. На красоту наводила. А ты на меня чудище? Да еще и страшное. Так значит, мы не чудище? Не спеши, будет тебе чудище. Отдыхают они. Только что последнего героя съели. Ой, мама. Не бойся, ты главное на вопросы отвечай сразу, не раздумывая. Первое, что придет в голову, так на уроках. Фух, так бы сразу и сказали, а то вот пугают. Я так всегда и делаю, не успею даже подумать, а уже тяну руку. Так, ладно, некогда мне тут с тобой, мне еще на педикюрчик пора. Больше гламура и макияжа, и пора.
Я готов отвечать на ваши вопросы. 5 плюс 2. 7. 5 плюс 2. 10. 5 в кубе. 125. Ой, ну-ка, третий закон Архимеда. Ой, третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. А закон Архимеда? Архимедова сила равна весу вытесненной жидкости. 8 из 60. Равна вторая. Господа учителя, и не стыдно вам в сказочки-то играть? Молодец, Иван! Сколько раз тебе говорили? Сначала думай, потом отвечай. А голова-то у тебя светлая.